Добрый вечер, друзья. Анекдот такой. Мужик возвращается откуда-то поздно. Ночью жена спрашивает, где был? Бильярд играл. 3 часа ночи. Шары плохо ложились в лузы. Быстро в кровать! Он ложится в кровать, слышит на мобильнике мой смс-ка. Он тихонько берет мобильник, идет в ванну, читает. Это было потрясающе. Мне очень понравилось. Давай повторим это еще раз. Он пишет, мне тоже понравилось очень. Давай повторим это завтра. Ла-да-да-най-на-на. Приходит ложиться в кроватку, жена ему. Где был? В ванной. Что делал? Руки мыл. Мобильник мой зачем брал? Мне тут рассказали анекдот про подкаблучника. На конкурсе подкаблучника победил мужик, который не приехал на конкурс, потому что его не пустила жена. Я этих подкаблучников презираю, слюнтяи. Жены приказывают, что им делать. Где твоя гордость, достоинство? Ты ж мужик, ты воин. Я так ржал, чуть швабру из рук не выронил. Вот я что хочу, то и делаю. Хочу белье глажу. Хочу пододеяльник штопаю. Жена без меня вообще ничего решить не может. Все решаю я сам. Она мне так и говорит, решай сам, сейчас полы вымышь или после обеда. Не самостоятельно и совершенно. Этих подкаблучиков жены заставляют стирать и гладить. Да чтоб я стоял и гладил, да в жизнь такого не может, чтоб я стоял и гладил. Сидя глажу. 16 тёщиных халатов стоя не погладишь. У нее там размер 10XL. Там с одного халата можно шить чехол на КамАЗ. Еще останется 50 метров. Баба должна бояться мужика, трепетать. Вон у меня жена с тёщей на коленях передо мной стояли. Да. Вылезай, говорят, скотина, из-под дивана, то хуже будет. У меня под диван тогда что-то закатилось. А, вспомнил, 4 зуба упало молочных. Ну я им молока не купил, жена мне замечание сделала. Эти бабы, они только в себе все и покупают. Мужикам ничего не достается. У меня такого нет. Я все же захочу, мне все покупают. Захотел новый бюстгальтер для жены, купили. Новые сапоги для тещи, пожалуйста. Носки мне новые. А, это единственное, что не купили. Ты, говорят, сначала гольфы доносишь со 2-го класса, белые. Не, ну они классные, там такое качество, сейчас таких не шьют. У подкаблучников жены вообще страх потеряли. Моя жена, например, страх не теряла. Как была страшная в молодости, так еще страшнее стала. Она ко мне, знаете, как обращается? Мой повелитель. Швабру дает, говорит, давай мой повелитель. Я не представляю, как это быть подкаблучником. Жены приказывают, туда не ходи, сюда не ходи. После работы сразу домой. Мужик сам должен знать, когда ему приходить. Я вчера в 6 утра домой пришел. Но мне жена сказала, ко мне мужчина придет, раньше 6 домой не суйся. Так-то она у меня заботлива. Когда с вечеринки пришел, голова болит. Она мне сразу холодное к колбу приложила. Гантелю с размаху. Все, потом весь день ничего не болело. Без сознания лежал весь день, что там может болеть. Я дома могу делать все, что угодно, мне ничего за это не будет. В среду пьяный приперся, мне ничего и не было. Ничего не было, ни постельного белья, ни подушки, ничего не было. Даже дверь не открыли. Да я и сам не хотел заходить, что мне там делать в духоте? На улице свежо, декабрь -25, снежок мягенький. Эти подкаблучники как бабы моют, драют. Я дома ничего не делаю, все жена с тещей.
Недавно ремонт был, они потолки белили, а я стоял, ничего не делал, оно мне надо. На четвереньках стоял за место козла. Они на мне и белили. Только им лень было кисточкой водить, они ее перли в потолок, а я ползал по комнате, как краб. Помочь-то надо было бабам, жалко же. Летом на даче я вообще не работал. Все лето просидел, не вставая. Ну нельзя было вставать, меня на яйца посадили, цыплят высиживать. Ну им курочка была, жалко, что она сидит 3 месяца, у нее никаких развлечений. Цыплята до сих пор за мной бегают, думают, что я их мать. Я мужик, понятно вам? А мужик должен зарабатывать. Вон я вчера таких люлей заработал от жены. В общем, ребята, надо держаться вместе, по-другому баб не победишь. Поверьте, я на этом собаку съел. Я не хотел есть, жена заставила. Так что всегда научу, помогу, расскажу. Запишите мой адрес сейчас. Хотя не надо. Увидеть тут подкаблучник, не надо нам. Так запоминайте. Город Халдейск, проспект Рабыни Изауры, изолятор 13. Бесхребетных Тюфяк Вахлакович. Жду. Спасибо. Игорь Маменко. Игорь, а может на десерт? Сара, говорит Абрам, Абрамчик, мне приснился великолепный эротический сон, в котором ты принимал участие. Да? Ха-ха. Ну что я там вытворял? Ты пришел и все испортил. Спасибо.